Всех приветствую. Сегодня музыкальное сопровождение из фильма «Подводная лодка». Вот это как-то она там У-22 или У-20С, там что-то такое немецкое название. Фильм, выпущенный в Германии, такой какой-то трошки левацкий, но тем не менее хорошая реконструкция жизни на подводной лодке. Ну и также мой микс сверчков. Не знаю, просто меня обязывает авторское право говорить о музыке. Вот я и говорю. Хотя хочу говорить сейчас не о музыке, а еще об одном аспекте медиа Украины. Скажем так, продолжая уже дополнительно раскрывать более детально темы и блоки методом, посмотрите ранее хэштеги там, методом объектно-реляционной модели анализа. Сегодня мы рассмотрим, я буду использовать два экрана, на котором буду постоянно обращаться к опорному плану хронологическому, который я написал и нарисовал, исходя из радиоуглеродных данных, типологического анализа. Ну, может быть, есть ошибки, но я тоже об этом говорил. Погрешность по моим проверкам, ну, плюс-минус 100 лет. Это много для, скажем так, уже металла и бронзы, но для таких обширного, разбросанного количества данных, как мезолита и раннего там неолита, этого достаточно. И на втором экране я буду использовать свою базу данных, картографическую. Картографическую и прикреплять свои размышления визуальным материалом. Вот, поэтому сегодня в контексте меди Украины и вообще меди Восточной Европы как второй технологической революции. Потому что первая технологическая революция была все-таки каменная. Микролиты, трапециевидные там и так далее, треугольные. Это также относится к, ну, в чем-то к керамике. И, конечно же, это связано с появлением металлообработки. Поэтому такая техническая революция как бы состояла в три этапа. Это каменная революция, керамическая орнаментальная революция и третья революция уже непосредственно керамическое земледелие и разделение труда, наступившее после этого, после этой революции, которая продолжила ренессанс человечества вплоть до темных времен на рубеже там 3-го, 4-го, 5-го и 4-го тысячелетия. Когда я говорю тысячелетия, то я имею в виду, что вот моя как бы терминология хронологическая. То есть я использую в промежутке между 4, например, и 5 тысячами понятия 1, 2, 3, 4, 4. Вот обозначено, соответственно, разными цветами на шкале возле циферок. И когда говорю о, собственно, пятом, не столетии, а тысячелетии до нашей эры, то я подразумеваю, что я указываю не на саму дату, на пятое тысячелетие, а на промежуток между пятым и четвертым, то есть все протяжение. Ну и, соответственно, почему пятое тысячелетие? Потому что вот четвертое, ну и все упирается в ноль, и между нулевым и между вот, нулем и тысячью, как бы первое тысячелетие. То есть таким образом я смыкаю терминологию Железного века и даже еще грешить, таить греха, и, конечно же, мезолита. Вот, начинаю свои, конечно же, размышления о мезолите я непосредственно с таких культур, как Каспийский блок, назвал Северный Каспий, и отнес туда Усть-Юрт, словно как прародителя. Хотя он не относится к Северному Каспию, это Восточный Каспий, центральный.
Рябинники, кукрек, это мезолитические культуры. И вот могильники мариупольского типа, которые связаны с первым появившимся степным пространством и лесостепным. Когда ледник отступал на границах Азовского моря и большого как бы Балтийского восточного, вообще восточноевропейского леса. Вот так. Поэтому сегодня как бы контекст будет мариупольские могильники. Могильники мариупольского типа. И вообще весь восточноевропейский, получается, бытование этих памятников захватывает и неолитическую революцию вторую, и третью энолитическую, то есть медную, инструментальную революцию. То есть, когда я говорю слово «революция», я подразумеваю его как существительное, используемое с прилагательным «инструментальная революция». То есть, исключительно нахожусь в плоскости исторического материализма. Технологии исторического материализма. Ну, вот ограничимся, скажем так, кукутенами, скажем так, вынесем за рамки весь восточный дискурс, Самарский дискурс Среднего Дона, развитие меди на восток, переход в Ямну, и сосредоточимся только на, скажем так, мезолитическом, неолитическом барьере в тот барьер, когда возникли памятники мариупольского типа. Вот. И вот буду перемещаться только, вот, скажем так, вверх и вниз вдоль этого керна. Вот как видно, что здесь можно проследить даже и померанскую, лужицкую культуру, но это потом. Сейчас сосредоточимся на основах, на начале. Вот. И буду как бы понемногу иллюстрировать материал. Данные керна, не материал, а данные керна иллюстрировать материалами, референсы. Вот у меня здесь, значит, в контексте Днепродонецкой культуры выделена база данных, которые там связаны между собой культуры и характерные памятники. В виде двухмерных копий из известнейших учебников, ну вот, например, по археологии, вот чертежи Телегина, о котором мы, кстати, тоже будем много говорить, из его книги. Его книги здесь хорошо у меня картированы, вернее, он хорошо картировал. А я делал копии. Также здесь даниленковские размышления. Кто узнает, то поздравляю. И о генезисе. И как бы из разных учебников там по археологии или специализированных статей. То есть сразу говорю, что тема такая очень-очень специализированная и опирается только на, скажем так, специальную литературу. Еще раз повторяю, круг, библиографический круг специальной литературы — это исключительно академические источники. Список у меня есть, если кто-то захочет его получить, ну, ставьте комментарий, хотя бы лайк, и напишите, что вы хотите получить, например, список литературы. Специально я его как бы сюда прикреплять не буду. Ну вот и, пожалуй, начну вот с этой карты, которую опубликовал в своей книге о мариупольской культуре у Макаренко. А может быть, это монография «Могильники мариупольского типа» Телегина, вот сейчас не вспомню. Ну, кто-то, или Макаренко, ну, очевидно, Телегин. 60-е годы, да, это Телегин. Где он закодировал могильники эпохи неолита раннего металла Европейской, Сибирской, Дунайской, Древневосточной областей. Это серьезная карта, которая, ну, лично мною изучается до сих пор очень внимательно, с карандашом, пинцетом. И, но тем не менее, я ее как бы прикреплю как иллюстрацию того, как, скажем так, материал
топографический, да, вот нанесенный на карту, превращается в некий археологический керм. В данном случае карта иллюстрирует где-то, скажем так, Мариупольские могильники фазы А2-Б1. То есть момент, когда появляется Мариупольский могильник. Это где-то около 5500 до нашей эры. Календарная дата. Не радиоуглеродная, а калиброванная. Вот. И здесь очень хорошо проведена работа по кодировку памятников в четырех аспектах. Это два базовых аспекта: вытянутость или скорченность погребения. А также здесь есть погребения с сухами и скорченные погребения с сосудами и без них. То есть, на мой взгляд, очень исчерпывающая сигнатура. И вот первое — это Эртебелли, Дания. Первый памятник, известнейший, маркирующий многие процессы. И этот памятник включен в размышления почти всех исследователей. Сноски на этот памятник абсолютны, и значения его дат тоже установлены абсолютно. Вот. И есть в Украине некий ученый Залезняк, который даже, вот его материал, который выступил с очень подробными в своих статьях и монографиях, с хорошим анализом мезолита, и показал расселение балтийского мезолита, мегаломозы, возле Киева, в районе Киева, и дальше на Днепр и Донец. Вот базовая карта Залезняка, на мой взгляд, потому что она опубликована была в научном каком-то источнике, где особо не любят цвет и много лишней информации. Вот. Это карта распространения так называемых околосвидерских или свидерскоподобных наконечников, которые связаны также по своей форме с ножами мариупольского типа, вытянутыми. Российские коллеги, ну, так хотят доказать, что это восточное явление. Нет, это западное явление, где оно гипертрофировалось или, скажем так, достигло своего гротеска в виде ряда артефактов, такие как длинные ножи мариупольского могильника, и там в Туркмении, на Волге, в Каме можно встретить их. Но опять-таки это специфическая тема. Вот. И чем хороша, скажем так, срез хронологической этой карты, тем, что он нас относит с колонками с хронологическими колонками первых земледельческих культур. То есть, когда еще Богоднестр находился в ребенинской фазе, скажем так, своей мезолитичности. Это список мезолитических памятников Богоднестра, и туда дальше уже связь с Трипольем А. Это Бернашовка. Очень устойчивая есть дата хронологическая, углеродная, который вытекает из углеродного анализа. Поэтому, скажем так, ну вот карта Залезняка, она иллюстрирует предпосылки распространения, например, свидерских наконечников по долинам и речным долинам и даже степям Восточной Европы. И также интересует крымский кукрек, который очень хорошо проиллюстрирован вот на этом слайде. Мне нравится, что хорошо подобраны комплексы. Вот кукрекский комплекс, третий.
соответственно, крымский кукрекский, потом это гребенники, и уже непосредственно янеславецкая культура. Как известно, поскольку янеславецкая культура хронологически молодая, например, по отношению к... Ну, это вот Припять, Десна, вот они занимают, вот их характерные, кстати, более поздние неманско-припятские формы накульчато-гребенчатых этих сосудов для пищи и консервации. Тут, собственно, вся Полесская группа может очень близко соотноситься вообще с культурой Янеславицы генетически. Можно сказать даже, что это прямой мост. Это культура Дубичая, которая связывает Полесье с Балтикой. Вот, то поскольку... Надо скакать. Тема сложная, слайдов много, поэтому... Не все так, может быть, технически комфортно, но ничего. Так вот, и поскольку янеславецкая культура более поздняя, то я так понимаю, что Мурза-Каба более древняя, то получается, что гребенники как бы переходный период между... Не переходный, а клин, да, гребенинский клин между Кукреком и Янеславицей. Ну, исходя, по крайней мере, из топологического анализа трапециевидных вкладышей для заготовки травы, для оружия. Ну, в основном это, я так понимаю, заготовка травы для животных. То есть это момент, когда происходила доместос. Когда происходил такой вот синтетический сплав человека и животного, ну, как бы одомашнивание животных. И очевидно, что заготовка травы для охотников мезолита стала частью экономики. Вот такой. Тут как бы анализируя, можно уверенно сказать, что да, мариупольские ножи, конечно же, больше похожи по залезняку на Янеславицкий кремниевый комплекс инструментальный. А вот крымские наконечники по своей форме отличаются, конечно же, но они более технологически и, на мой взгляд, более сложной формы. То есть можно сказать, что в Крыму кремниевое производство достигло своего некого пика. И в этом смысле Даниленко, когда говорил об импульсе с Каспия, он имел в виду вот это движение технологическое, которое обрабатывало, которое можно видеть на обработанных краях инструмента. Вот. Такой вот тезис, который, да, требует и молчания, и размышления. Вот можно увидеть общую, кстати, ситуацию по Эртебелле и температурную диаграмму. Ну, при этом это же и касается всего постфидерского мира и Причерноморья, поскольку атлантические массы достигали Урала и Северного Каспия в тот период очень успешно. Засуха еще не так сильно чувствовалась. Имеется в виду в окрестностях Эртебелля. А наоборот было увлажнение, атлантическое увлажнение или холоценовый оптимум. Ну, как бы атлантическое увлажнение как бы вышло на свое плато, можно так сказать, исходя из диаграммы. Вот об этом как бы и речь. И что вот в этот период
где-то на рубеже последнего короткого похолодания 80-тысячелетнего возникают памятники мариупольского типа вытянутых погребений на спине. Ну вот, например, есть хороший такой слайд, который характеризует чертеж первого захоронения. Вот он. Который относится уже к лесостепной зоне Украины, Буськи. Это в эпоху неолита. То есть из мезолита такие же вытянутые на спине захоронения и продолжали свою традицию и в Балтике, и во всей лесостепи, и даже смешанных лесов всей Восточной Европы. Здесь есть таблицы, еще хорошо вас проиллюстрируют. Вот объектно-реляционная таблица с набором данных может быть представлена в виде этого. Сейчас видите на левой карте, на левой картинке, на левом мониторе можно представить в виде хронологических кернов, поскольку каждая дата – это точка, а археология мыслит слоями, а не точкой. Вот поэтому два монитора, которые один создает представление о времени, а другой о сайте, дает представление о сайте монитора. Вот. Вот это хорошая подкрашенная картина Залезняка, которая была издана в 1995 году и раскрашен автором, но она была не опубликована, она была опубликована только раскрашен каким-то автором, там, скажем так, который ее опубликовал. Но я считаю, что корректно раскрасил, и очень наглядно здесь представлена граница оранжевым эртебюлли, серое — это янеславецкие пятно янеславецких наконечников. И уже как бы донцовская культура, Донец, черненькие нанесенные памятники, основные могильники мариупольского типа, лесостепи Украины, степи и Крыма. Ну и так далее, там уже третья, это у нас самарская культура или среднедонская. Кстати, среднедонская культура между речью и Волги, и Дона, Залезняк помещает про родину графинов и уральской расы. Ну, в данном случае уральская раса нас сейчас меньше всего интересует. Нас интересует как бы кукрекская культура, назовем ее так, потому что она связана и с культурой прекеронической, Даниленко, азовской культуры. Это он считал ее неолитической, но как бы докерамической. Потому что, как известно, что неолит есть, делится на два основных аспекта. Это докерамический неолит и керамический. Это обязательное условие для осуждений. Также кукурек связан с, я бы сказал, лишь памятниками мариупольского типа А2-Б1 фазы. Потому что выше уже мариупольские памятники перерастают уже как бы в какую-то постмариупольскую фазу или уже испытывают как бы легкую локализированность, и на передний план выступают такие глобальные памятники, как Кривой Рог, Джангар, Типки, Странежде, Стеблицки, которые сравнивают и соотносят почему-то со Средним Стогом. Хотя их стоило бы вынести за скобки Среднего Стога и порассматривать в контексте мариупольских памятников фазы Б1-Б2. Вот такое утверждение. Поэтому кукрекский и крымский мезолит — это как мощная, скажем так, такая мощная
мощное пятно культурное, вот этот, он обозначен голубым вот на карте. Которая повлияла, скажем так, и на развитие культур буднестровских, и даже прусских, и в чем-то даже и карпатских культур. И не элита, и на Балканах плохо представлен мезолит. У них пауза между палеолитом и неолитом, мезолит каким-то образом присутствует некая лакуна. И также кукрек и крымский мезолит повлиял на донецкую культуру, вот она зеленая, с примесями платово-стаутских и нижнедонских импульсов. Вот. И вот эта карта, это уже как бы совмещенные данные мною, где совмещены несколько карт, например, за базу я взял карту Залезняка. Ой, карту этого Телегина, памятки пізнього мезоліту та раннего неоліту України. 7-5 тысячеліть до нашей эры. И как бы совместил с памятниками, с картами, с картой Залезняка, с двумя картами, по-моему, Залезняка, еще с какими-то. Да, Залезняк, так точно. Вот. И получил, скажем так, такие скомпилированные данные, которые имеют в своем контексте фиолетовые памятники. Это свидерские наконечники. То есть это такая карта, которая характеризует, условно говоря, конец плато мезолита. И выходом человечества, в данном случае групп людей в Восточной Европе, к переходу к неолиту, постепенно, плавно. И вот феномен могильника мариупольского типа сейчас в научной литературе в основном, конечно же, связывают с широколицами европеоидами, кроманьонцами с массивным скелетом. Вот реконструкция Лебединской, которые оставили эталонный памятник мариупольский, который получил даже развитие на протяжении даже какой-то части среднестоговской культуры. И участвовал вот в этом процессе, который называется медный энеолит. Вот уже составил карту, где нанесены основные памятники с охрой в вытянутом положении. Памятники в вытянутом положении. Вот памятники в чистом виде с охрой в вытянутом положении, там, ну и так далее. То есть, по сути, перерисовал вот ту карту, которую я показывал в начале. Вот это перерисовка вот этой карты, где мариупольские памятники представлены вот такой вот под числом 1, и называются они вытянутые погребения на спине. Вот. Здесь на этой карте я их кодирую как бы с зеленой точечкой. То есть это чистые памятники. И также чистые памятники скорченные находятся в Междуречье, Сирии и Турции. И вот тут как бы составляю по датам приблизительно лог, интегральный лог. Керамика, медь, бронза, сталь. Ну, то есть как бы... И вот 4350 это, в принципе, уверенная дата развитие медной, то есть как бы это плато, это дата для плато меди, а верхняя дата 200 это плато для бронзы, дата средней бронзы. Вот, ну перейдем больше к памятникам могиле. Теперь перейдем к могиле. Если контекст ясен, да, вот это все было еще вступление, да, это как бы
так как бы вступление, которое, собственно, что здесь происходит, говорит нам. Вот еще чуть-чуть цветная карта развития памятников венеславской культуры. И контекст Полесья, там вот это вот Литвы, Малопольши и Киевщины, с частью Белоруссии. И вот, собственно, первый деревеевский неолитический могильник, который мы можем четко назвать как могильник мариупольского типа, это деревеевский. Деревеевский, находящийся на берегу Днепра, вот его. И профиль, и фас, то есть и как бы проект вид сверху и разрез памятника с культурными пятнами, с проектами культурных пятен. Вот, собственно, из картинки Макаренко, который раскапывал могильники мариупольского типа, и вот этот вот мариупольский нож, ну, да, конечно же, это уже неолит, это уже очень достаточно развитое кремниевое искусство, но вот как раз форма, функционал и все прочее имеет глубокое отношение к свидерской или мегломосской культуре мезолита Европы, Балтики, нежели к Туркмении, как утверждал Даниленко. Ну, не все так однозначно оказалось, поэтому, в принципе, хотелось бы говорить о том, что существует некая концепция залезняка Даниленко, которая мною разрешается, сейчас очень важно, я об этом начну в самом начале, мною разрешается подмеченным правилом, что миграция происходит навстречу более сильной культуре, нежели навпаки, нежели наоборот. Еще раз подчеркиваю, то есть это как вот если смотреть на прибой, кажется, что волна накатывает, но в то же время какая-то нижняя часть подстилки волны откатывает назад в воду. Также здесь очень сложный кинематический рисунок у культур. И его можно представить только вот на керновом мониторе при помощи, например, цвета и строгой кернового соответствия по горизонту. Вот. И этого не смог сделать, конечно же, ни Телеги, ни Даниленко. У них не было таких аппаратных средств. Да и сейчас не каждый археолог такими средствами обладает и знаниями. Поэтому как бы в памятниках мариупольского типа. Вот еще материалы, кстати, с мариупольского могильника, опубликованные Котовой в ее монографии о неолитизации Украины. И вот главный слой, который я, например, в своих аналогических размышлениях подчеркиваю, это нижний слой Мариуполя, мариупольского могильника. Потому что исследование мариупольских могильников развивалось как бы и вверх по керну, и вниз. То есть позже были обнаружены памятники Дериевка, которые однозначно соотнеслись с мариупольским памятником, открытым Макаренко в 30-е годы в Украине. И даже Телегин отнес Васильевский 2, хотя некая группа северных ученых, которые принадлежат к агрессивному государству России, Российской Федерации, утверждают, что Васильевский 2 это не памятник мариупольского типа, а памятник, который испытал большое влияние под влиянием вот культуры гребенники с Балкан, которые эталонно находятся на Самчица, Добрянка, Гард и Ежево. Это не Богоднестровские культуры еще, но лишь представленная Гребенницкая на сайтах, где позже Богоднестровская начнет свое развитие. Кстати, короткое достаточно, но очень интенсивное.
Вот. И следующий важный слой — это середина бытования памятников мариупольского типа Т, которая для днепродонецкой общности Телегина заканчивается принципиальной фазой, границей между фазой 2Б и 3, где днепродонецкая культура под влиянием уже процессов Скелянской, Степи и так далее, Каспия, Кавказа, как бы откатывается назад в лес и Балтику. Кстати, унося с собой вот эту культуру мариупольского, могильника мариупольского типа в виде длинных курганов неолита Поморяне. Помории. Это очень важно. Таким образом, у нас еще, ко всему прочему, из всех вот этих вот картинок, которые сейчас вам голову забуривают, если кто-то остался вот на этой картинке, поздравляю. Вот как бы реконструкция загального выгляда общего плана мариупольского могильника. Видно, что это вагончики домом пристроены один другим. И очевидно, что в раннюю архаическую или причерноморско-приазовскую стадию мариупольские могильники не закапывались, потому что не было естественных расовых конкурентов. А уже когда днепродонецкая общность как бы отхлынула под влиянием степи в Балтику, они как бы прятать домики своих предков умерших стали вот, вот таким способом. Просто в земляной галерее. Но планы этих польских... Кстати, мне очень трудно было найти, я так и не нашел. Планы этих польских галерейных неолитических могильников, да, или даже, как это говорят, храмов первейших. Очевидно, что связаны вот с планом, с конструкцией, архитектурой траншейного или галерейного, я буду так использовать по отношению к мариупольским могильникам, чтобы связать их с неолитом Европы. То есть это не траншейные, как говорили советские археологи, в том числе украинские, могильник, а галерейный. Поскольку связь между вот этими домиками, ну, очевидно, сохранялась. Не очевидно, но, скажем так, было бы хорошо и правильно, если бы этот тезис был принят, поскольку мы никогда этого не узнаем точно, поскольку памятник уничтожен и заводом, и позже войной. Ну вот рисунки могут нам сказать, сравнивая между собой планы разных подобного рода конструкций, и в Померании, например, и в Приазовье, можно утверждать, что связаны, поскольку в вещах культурно все захоронения связаны между собой однозначно. И некоторыми учеными на этом основании была даже попытка, не доказанная еще до конца, на мой взгляд, выделить мариупольскую сообщество, мариупольскую общность. Вот реконструкция вот этого европейского типа, средне и в то же время среднедепровского и одновременно характерно для датчан Поморья и польской Куявии. Хорошая реконструкция, на мой взгляд. Иллюстративная. Ну вот, типы неолитических погребений. Очень хорошая книга. Советская археология. Какое-то издание типа Ксива. Краткие сообщения. Вот нашел такую таблицу. Собственно, вытянутые и скорченные погребения неолитические, которые относятся к... Сейчас скажу. Стайты. А что ж такое?
которые относятся вообще к общей части Восточной Европы. Таким образом, они еще дополнительно иллюстрируют и вот эту группу памятников на Верхней Волге, и включают в себя самарские памятники, вытянутые захоронения. И, конечно же, скажем так, междуречья уже великих германских рек Рейна и чего-то там еще. Все забываю, у меня записано. И вот эталонные мариупольские памятники вытянутого погребения уже как бы в связи с богоднестровской культурой и Днепродонецкой. То есть, используя вот все эти карты и вот такие, например, фотографии с очень, допустим, неплохими иногда фотокопиями. Вот видите, вытянутые погребения Дании, пересыпанные охрой. Этот же позже ритуал присутствовал и в явной культуре. И даже частично и в катакомной, и встречается даже в некоторых памятниках, там даже в Кимерийского, Скифского круга. Конечно же, это относится к памятникам с охрой Северского Донца и даже в чем-то курганная культура Германии. Нет, и такие фотографии. Это, собственно, не памятники мариупольского типа, это датско-германско-финские захоронения, которые, на мой взгляд, с ними генетически связаны. И генетически, и культурно, с мариупольскими памятниками. Потому что когда исследовались памятники мариупольского типа, фотография еще была черно-белая, вот такой, например, и не очень много информации, вот памятник мариупольского типа на Донце, и не очень много информации. Ну, в общих чертах видно, что связь между Балтикой и Донцом очевиднее не бывает. Ну, очевидно от слова «очи видят», «глаза видят». А что тут еще показать из... из вещей, характеризующие памятники мариупольского типа? Ну, вещи вещами, можно еще побыть на уровне, скажем так, планов... Вот, например, вильнянский характерный могильник при Днепре с вытянутыми уже просто коллективными ямами, но в то же время коллективные ямы, вот видно, что в какой-то свой период, вот их проекция на одном горизонте, не в начальную стадию мариупольского, а, скажем так, бытования мариупольских могильников, а судя по проекции Керна или среза памятника, видно, что памятники стали выстраиваться в некие галерейные или как бы последовательно галерейные композиции. И это уже очевидно какая-то другая фаза развития памятника мариупольского типа, а также вот еще личные захоронения, индивидуальные или групповые. То есть так не все однозначно. Памятники раннего мезолита – это хорошо, но не в этот раз. Он, кстати, еще залезняк в предыстории Украины, какой-то учебник, по-моему, для университета, старый, еще 94-го, по-моему, года, или журнал, опубликовал вот такую хорошую карту, где дал типы вещей, выделяя типы вещей. И в Дании, да? И как бы связывая с Донцом и Днепром. Наконечники. Свидер, Арисбург, Красносилье анализирует, Лимби. Это мезолитический круг культур. И Балтики, и Восточная Европа.
вот хорошая статья Столяра, который все-таки связал общий план Мариупольского могильника по частям света. Ну и вот как бы даже исходя из как бы анализа Столяра, который глубоко работал, серьезно изучал материалы Макаренко, дал нам вот такой вот смешанный план и пропорцию к человеку. Ну, в общем, я считаю, что это и есть галерейная, не траншейна, а галерейная усыпальница, которая относится к конкретному, допустим, группе большого союза племен. И да, действительно, можно сказать, что характеризует некую мариупольскую общность. Но я бы сказал ее, что мариупольско-балтийскую общность, а не мариупольско-каспийскую уже. Потому что ни на Каспии, ни на Востоке, кроме Самары, мы не обладаем таким количеством памятников раннего неолита и среднего, вытянутых на спине или там с красной ухой в разных модификациях. Можно даже сказать, что и Верхняя Волга, и Самара – это импульс колонизации, который одновременно закончился и для Причерноморья, и для Верхней Волги. И импульс этой миграции связан со Свидером, то есть то, о чем говорит Залезняк. Повторяю еще раз, что постмагломазийский круг, охотничий круг культур, испытав некий инструментальный подъем, расселились вдоль Балтийского озера, вот этого озера, мигрируя, скажем так, за оленем и другими видами животных. Никакой больше связи между поздними памятниками мариупольского типа и Верхней Волги не наблюдается. Мною так точно. Не знаю, как у других. Вот еще очень хорошая карта, которая построена уже более каким-то крутым, более крутым шифратором, чем наши ученые. И как бы видно, что этот инструментальный импульс, обозначен желтым, связан на востоке с памятником мариупольского типа через Янеславское пятно к Эртебюлле. И что дало повод Залезняку утверждать, что первые индоевропейцы расселились с берега Немана и на восток, и на запад. Причем не в порядке линейном, а я так понимаю, что как прилив, в зависимости от движения воздушных масс, например, там туманов всяких, облаков, ураганов и прочее, прочее, прочее. По крайней мере, если еще раз посмотреть на диаграмму, которую я добыл с Датского университета какого-то, археологической кафедры, уже не помню какой, то можно сказать, что памятники мариупольского типа начали формироваться как бы в середине плато галоценового оптимума. Какой-то возникает ромерский варм период, но тем не менее можно сказать, что плато галоценового оптимума, начальная плата, и характеризуется появлением вот этих могильников мариупольского типа, вытянутые на спине и с разным инвентарем.
Вот. Теперь, собственно, общее представление о вот этой группе балтийско-причерноморских, вот они, желтым, культур, которые включают в себя, если посмотреть внимательно, и азово-степные свидерские импульсы, и гребенецкие, и кукрецкие, и азово-днепровские, и так далее. То как бы общая характеристика предметов, ну вот где-то приблизительно такая же. То это охотничье заготовительное вооружение, уже каким-то образом есть ритуальная пластика антропоморфная присутствует. Даже уже зачатки земледелия, но это более позднее, но тем не менее. Очень много диаграмм. Короче, вот, кстати, кто хочет получить базу данных, поставьте лайк, подписку, напишите в комментарии и сделайте донат. Я вам передам очень хорошую базу. Цену за донат ставлю любую, хоть за гривну, но я против такого. Сколько не жалко. Вот, кстати, рассуждение этого какого-то неплохого западного вот. Вот, собственно, Свиатборгские триангулы. Который каким-то образом маркирует, ну это надо читать более внимательно, если хотите, маркирует два импульса переселения индоевропейских миграций. Одна вдоль степного Причерноморья при Каспии, а другая волна по большой лесной дороге, как, по которой Карл XII и Наполеон как-то отправлялись, чтобы завоевать Урал и Россию. И потерпели неудачу. Вот одна группа лесных охотников охотилась на лосей, например, там оленей. А вот уже в степи, или, скажем так, ближе к степной части, была охота на тура. Хотя в то время разница между степью и лесом была еще недостаточно выражена. Можно было говорить с точки зрения геологии, что степь только-только появлялась, скажем так, оазисами в эпоху вот этого атлантического лжи. Ну вот карта первичного заселения северо-восточной Европы. Это эмиграция свидерских наконечников. В общем, база данных такая. Вот еще, вот я больше хотел сейчас о вещах. Ну вот не буду комментировать эти вещи, об этом очень много комментариев. Уже есть в специальной литературе об охотничьем оружии мезолита и неолита. Просто продемонстрирую как бы вещи. Это очень позднее Нижнее Веретье, но все равно Нижнее Веретье соотносится, у нее это многослойный, многохронологический памятник, который бытует, я так понимаю, даже чуть ли не до самого Железного века. Так, много карт, мало вещей. Ну вот вкладыши для охотничьего вооружения. Ну, очевидно, что керамика на севере Европы, Евразии, в Европе, развивалась не как земледельческая, не под влиянием земледельческих потребностей выживания, а исключительно как охотничья, колющая, режущая, а не секущая, подрезающая функции на поверхности инструмента. Ну вот, костяки животных, на которых охотились мезолитические охотники мариупольского типа в том числе. И позже они же эту корову и этого быка и
приучить. Вот долбанка мезолита и, собственно, средневековая реконструкция, но тем не менее иллюстрирует одно другое. Ну, вот какой-то змееборческий миф и фазы, стадии. Видно, что уровень искусства, конечно же, похоже на искусство австралийцев. С той лишь оговоркой, что австралийцы заселили материк там 1500 лет назад, а это искусство, которого около 7000 лет. 5-7 тысяч лет. Вот первые изображения северных охотников. Вот. И могильники мариупольского типа характерны тем, что у них встречаются зубы оленя сверленные. И такие же зубы оленя встречаются на памятниках и Балкан, например, Липинский вир, и в Турции, и, как стало уже известно, и в Израиле, то можно сказать, что сверленные зубы оленя, ну вот мною лично, не используются для того, чтобы вывести остаточно памятники мариупольского типа. Но для меня, наблюдая за материалом, для меня почему-то стало понятным, что это некое глобальное общекультурное евразийское явление, нежели характеризующее могильники мариупольского типа. Хотя Телегин свою хронологию памятника мариупольского типа могильников опирает в том числе и на анализ сверленных зубов животных. Ну вот Дания, мегаломоза. Это как бы мезолит, но эти мезолитические, скажем так, приемы и способы работать и с материалом, и с идеей. Конь, кстати, вот, пожалуйста, в Дании, в эпоху неолита. Вот. И вот, собственно, вещи могильника мариупольского типа. Тут разрез Носоговского неоднозначного могильника. В любом случае, это вытянутое индивидуальное захоронение, которое кто-то там уже осторожно пытается назвать первым курганом. Ну, скажем так, да, это очень сложная инсталляция погребальная. Но сказать, что это курган, наоборот, что ну, до кургана еще оставалось лет 500-600, если считать Кривой Рог. Не скажем так, не так, а Новоданиловку первыми курганной культуры или Скелянскую. Осталось еще лет 500 через фазу Кривого Рога, Джангара, Типки, Странежди-Стеблевских. Вот. То это больше, конечно же, напоминает памятник уже индивидуальному вождю, но еще не курганное, а астрономически родовое захоронение, которое уже позже стало бытовать там, в постмариупольскую культуру и так далее. Тут принципиально другая, еще очень архаичная охотничья композиция. Так, это рассуждение Даниленко, вещи. Причем в литературе очень трудно встретить ясный анализ, собственно, могильника мариупольского типа и анализ поселений и других материалов, потому что вещей в памятниках мариупольского типа не так много.
Но самый богатый памятник оказался, конечно же, Мариупольский. Вот же, опять же, эти вкладыши трапециевидные, характерные, кстати, и для Каспия, и для Молдавии, и даже в чем-то Болгарии, но не Балтики. Балтийские элементы, они более вот наверху, наверное, все-таки. Я еще не закончил топологический анализ вещей мариупольского типа. Вот вещи из Лысогорского могильника. Являются ли это вещами азово-днепровской культуры или мариупольской? Ну, тоже вопрос. Но, тем не менее, это Лысогорский могильник — это уверенный памятник мариупольского типа, который, кстати, связан хронологически. Вот так, со средним стогом. Где 2.1, 2.Б – это фазы поселений по Даниленко, Днепродонецкой общности. А Б1, Б2 – это фазы мариупольских могильников, тоже по Телегину. 2.2 – не по Даниленко, а по Телегину. И вот Лысогорский могильник характерно примыкает или является даже подстилающей культурой для культуры Среднего Стога, а не наоборот, как утверждают некоторые группы ученых, желая, очевидно, получить некое преимущество этическое в рассуждениях. Надо с этим осторожно. Археология больше криминалистика, нежели этически восторженная литература. Лысогорский могильник я не отношу к азово-днепровской культуре однозначно, поскольку я, изучив вопрос, прочитал, что и Никольский, вот он, кстати, и Лысогорский могильник несут в себе черты разных культур. Но, тем не менее, по своему характеру и планам, это однозначно памятники могильников мариупольского типа. Хотя и уже в второй части своего времени. Вот вовнишский план. План вовних. Вещи. Весиноватский могильник. Вот сверленные зубы. Они встречаются. А вот костяная пластика не встречается так объемно, как, например, сверленные зубы. И вот костяная пластика является, на мой взгляд, хорошим маркером, как мариупольская культура мигрировала на Волгу и Каму. Вот, например, судя по вот этим вещам. И также это соотносит и с ранними этапами Нижнедонской и Среднестоговских культур. Что опять-таки дало повод Залезняку говорить о миграции с запада на восток, а не наоборот. Чем я его и поддерживаю. Это уже, собственно, это ясиноватка, это тоже датированный углеводным анализом памятник мариупольского типа. И вот тут вот очень характерны такие вытянутые ножевидные пластины. А также разные микролитические комплексы, которые говорят о том, что да, есть связь и с Балтикой. Ну и в какой-то мере вот по вот этим нижним плоским буськовским вкладышам и с Джибелом, то есть с Каспием. Ну, Даниленко не смог объемно доказать этот миграционный аспект, на мой взгляд,
Ну, потому что наука тогда была еще не столь визуальной, как сейчас. Ну, одиночные и групповые захоронения есть и на латковом могильнике вытянуты. Никольский могильник, детальный анализ. Такой клетки, живая клетка. Вот разные положения костяков. И вот, собственно, уже этот керамический анализ более поздних фаз Мариупольского могильника, который будет аспектом моих дальнейших осуждений, но если хоть как-то будут хотя бы лайк, подписка, расширение, потому что я буду тогда делать только по настроению, без упорства и настойчивости. Без аудитории сложно создавать такие, без обратной связи аудитории сложно создавать такие вещи. Ну, пока поработаю на будущее, не знаю. Вот костяные вещи из памятников могильника Мариупольского типа. И вот что характерно, десяточка. В Никольском могильнике была обнаружена первая медь. И так называемая нагрудная пластинка из кабанов, из клыков кабана, которая является первейшим маркером и для памятника Мариупольского типа, и для памятника, скажем так, Варнинского типа, и для некоторых характерных памятников даже Триполи и дальше туда в Европу. Я не берусь сейчас анализировать, кто от кого чего задействовал. Скажем так, это отдельная тема, сложная и не моя компетенция. Но вот иллюстрацию. И вот очень характерно еще, что сверленные украшения из меди и из кости являются таким атрибутом, характеризующим памятники могильников Мариупольского круга. Поскольку такие вещи встречаются в культурах Восточной Европы достаточно и синхронно, и по стилистике соответственно. И чтобы уже как бы перейти к выводам, поскольку мои песочные часы показывают, что уже время, я уже около часа в эфире, я стараюсь больше часа радиоуглерод, много радиоуглерода, сопутствующего анализа. Перейти к выводам, но еще немного побыть на уровне вещей. Вот, ну, например, тоже еще встречаются топоры, которые характерны и для культур линейно-ленточных, и для даже более поздних культур земледельческих. То есть это влияние земледельцев на могильники Мариупольского типа. Это тоже такой отдельный аспект вещах, который характеризует развитие культуры в динамике. Слайды из Макаренко, из Самарского научного вестника. Каменный комплекс Мариупольского могильника они сравнивают с самарской культурой. И находят там какие-то даже соответствия. Но не желая отдавать хронологическое преимущество мариупольской общности, выделяя самарскую культуру в некий коневодческий ранний феномен. Ну и так далее. Вот, кстати, хороший был исследователь, который продолжал раскопки в окрестностях в Мариуполе до войны, в окрестностях памятника мариупольского типа, расстоял еще несколько стоянок, две, по-моему.
и дал хороший сводный кремниевый материал, позволяющий дополнительно характеризовать вообще мариупольскую общность в целом. Вот и топоры эти, и очень хороший материал, хотя у меня нету здесь хорошей прорисовки, но она висит в оригинале. Так, это во книге. И так далее. Вот памятник, который для Даниленко стал отправной точкой, с которой начинает первую фазу поселений, неолитических поселений Днепродонецкой общности или культуры. Потому что тут тоже вопрос еще не закрыт. Или это общность культур, или это отдельная культура Днепродонецкая. И вот Игрень 8, костяной инвентарь, ну я считаю просто вообще отдельно, вот этот слайд отдельная тема, которая хотелось бы порассуждать там об этих северных культурах, балтийских больше, но в основном северных и финских культурах. Кто кому должен и кто от чего. И Васильевка 3. Здесь найдены очень ценные вещи, которые памятники мариупольского типа соотносят хронологически с скорченными захоронениями Европы. И также здесь представлен прекрасный кремниевый материал. Поздний мезолит. Вот миграция гребенников, линейно-стричковой керамики, или ТРБ по-немецки, или ЛБК по-английски, линейная керамика. Вот. Много-много материала, база данных, еще раз повторяю, ее можно купить, просто сделав пожертвование мне на карточку, это в описании. Поэтому я перейду к выводам и покажу коротко карту, которая связывает днепродонецкую культуру с Ленделем. Оп, рано. Если мы сейчас посмотрим, то у нас не в ту сторону. Вот так быстро. Что у нас здесь? Вот подробная ситуация, связанная с появлением Ленделя через так называемую шепот Железовскую ступень. Я бы так ее объединил, потому что и в Венгрии, и в Словакии есть свой подход археологический. Ну, вот непосредственно первое Лужанский период, Лендель, и вот как бы вот здесь на карте Лужанский период, который я написал, конечно же, все равно, ну, как бы обозначил традиционно через маркировку, через сигнатуру Ленгель. Такая ситуация как бы в Венгрии и в Словакии. Люблин-Волынская, малеванная керамика вот зеленым, которая вытесняла гощу Берку, как бы придавила более позднюю или третью фазу, условно третью фазу линейно-ленточной гощу Берковицу, придавливала к Припяти, где их родственники Енеславская, культура Дубичая, Верхнеднепровская, как бы выдавливали из себя экстракт Строкт Бенд, потому что революция меди позволила дальше совершать экспансию и в Данию, и уже, собственно, в Атлантическую Европу, которая на тот момент была уже
достаточно оформившимся культурным материком. Включала в себя разные культуры, разновидности линейной керамики, и где встречалась с африканской архаикой в Испании. И вот перейти к такой табличке, где еще предварительно, чтобы перейти к этой табличке, покажу референс даты, покажу немного, выкину. Вот и такие таблицы, где есть из разных источников типологические таблицы вещей, где я нашел все вещи мариупольского типа, то есть из мариупольского могильника, а потом уже на свой страх и риск, Даниленко тут есть, все есть. То, что нашел, все есть. А уже потом на свой страх и риск набросал для себя такой опорный план. Тип уже не картографический, не хронологический, а топологический. Это третий аспект объектно-реляционного подхода в археологии. Ну и вот интересующая нас область. Сейчас мы проведем даже такую просто коротенькую короткое соответствие. Вот. Чтобы было видно, допустим, исключим средний стог пока из дискурса, чтобы было видно хронология зеленым триполья B1, A2, A1. Ну и вещи, чтобы вещи стали как бы на одну линию с керновыми сигнатурами. Ну вот это 2.1, 1B, 1B и так далее. Там Киево-Черкасская, Донецкая сигнатура. И можно сказать, что, например, по вкладышам есть некое пятно, да, вещей. И по мариупольским, и по свидерским, вот можно ранние фазы бытования памятника фиолетовым, памятника мариупольского типа периода А1-2. И вот как бы пятно предлагаю рассматривать как некую промежуточную, как некую процессуальную сигнатуру, нежели как точку. То есть это больше окрестности точки, а это как бы указание на точку. Такая вот геометрия. То, когда все вещи вот хорошо, например, ну, черно-белые, когда все вещи хорошо становятся и с датой, и с сигнатурой, и с диаграммой, ну, можно уже делать какие-то первые выводы, даже обозначая цветами чаши, например, или там кремниевый материал. Вот весь мариупольский материал, вот он весь. Например, украшения. Синим это Старонижнестеблевский, вот можно сравнить. Микольский, Лысогорскую кость и Старонижнестеблевскую. Деревский могильник и прочее.
эти таблицы можно у меня купить, заказать, я вам напечатаю, пришлю по новой почте или по любой почте мира, по любой, доставку в любой уголок мира. Напечатанный принт тоже за деньги, пишите в комментарии, буду рад вас обогатить опорными таблицами, а там уже делайте выводы, пишите, творите, дерзайте. Всего хорошего, до новых встреч.